вашему вниманию многофункциональное устройство Epson модели XP303 с поддержкой Wi-Fi. Технология печати струйная. Максимальное разрешение печати составляет 5760 на 1440 dpi. Возможно, такие плотности форматы бумаги для печати, как А4, А5, А6, 20x25, 13x20, 13x18, 10x15 и 9x13. А также минимальная и максимальная плотность бумаги от 64 до 300 грамм на метр квадратный. Скорость печати черно-белого А4 – 32 страницы за минуту, а цветного – 15 страниц за минуту. Скорость печати фотографии в размере 10 на 15 сантиметров – около 54 секунд. Также данная МФУ поддерживает такие карты памяти, как Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC и SD. Данная МФУ имеет ЖК-монитор 3,6 сантиметра, который имеет такие функции, как просмотр, выбор фотографий, управление устройств. Также данный МФУ поддерживает печати без компьютера и поддерживает печать через Wi-Fi. Максимальное разрешение копира черно-белого или цветного 1200 на 2400. Данный МФУ имеет сервис Epson Connect, позволяющий устройствам Epson осуществлять облачную печать и печать со смартфонов и других устройств на базе iOS и Android. Печатайте и сканируйте изображения с ваших мобильных устройств, работающих на базе iOS и Android благодаря приложению Epson iPrint. А также печатайте с iPod Touch, iPad и iPhone с помощью поддержки функции Apple AirPrint. Кроме того, отправляйте на печать документы и фотографии по электронной почте благодаря функции Epson Email Print и поддержке функции Google Cloud Print. В комплект входит кабель питания, CD-диска с программным обеспечением и драйверами для Windows и Mac, руководство по установке, гарантийный талон, а также 4 картриджа – черный, голубой, пурпурный и желтый. Интерфейс подключения USB 2.0. Потребляемая мощность составляет 13 Вт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.